котором жильцы дома сказали, что приехала машина, грузовая, самосвал, и приехали рабочие. Это все зафотографировали, зафиксировали. Мы вызвали, приехала полицию, я передала следственно-оперативной группе. Звонок, приехала сейчас следственно-оперативная группа. Нас долго не пускали, пустили только следственно-оперативную группу под забор. Ждем дальше, что они скажут. Техника заехала, самосвал, номер 9732. Но в данном случае, как вы видели, тоже сейчас он проезжал, увидел нас, проехал мимо, понял, что фиксируем, то есть проехал мимо. Они в данный момент, да, вывозят мусор, потому что, ну, стройки я там никакой вообще не увидела. Я разговаривала с человеком-представителем. Что они мне, что он сказал, что у него есть разрешение, он все будет скидывать в течение там получаса, он сфотографируется с тем, что он не может приехать, так как у него там очень большие дела. Вот, поэтому сейчас он скинет мне все документы, у вас я возьму пояснение, если вы хотите писать заявление. Да, да, да. Вот, мы напишем с вами заявление, и эти же все вот заявления, пояснения и тех ребят, которые там, ваши, соответственно, все будет приобщено к тому ГРДРу, то, что было заведено ранее.